1 марта. Екатеринбургская епархия начинает проведение 12-го благотворительного фестиваля «Дни белого цветка». В рамках подготовки фестиваля проходит также подготовка тех, кто проводит мастер-классы и рассказывает о традициях благотворительности в царской семье и о службе милосердия. Ищут людей со свободным или сменным графиком, кто сможет проводить мастер-классы по будням в дневное время, без стеснения выступающих на публике. Собеседование и обучающие мастер-классы пройдут в воскресенье 18 февраля, в дневное время и в понедельник 26 февраля, в вечернее время в соборе Успения Пресвятой Богородицы на Визе, Екатеринбург, улица Кирова, 65. Подробная информация и запись по телефону 8-908-908-71-66. Татьяна.